Приветствую вас. Давайте мы для начала попробуем немножко уточнить. Вы спрашиваете, что делать, но непонятно, что делать, чтобы что. Чтобы наладить отношения с мужем? Или чтобы, например, разобраться в себе и понять, почему вам больно и для чего вы, собственно, спрашиваете человека, для чего он скрывает вот свой, допустим, телефон. То есть это опять же все зависит от вас. Нужно анализировать отношения, смотреть, что и как, почему, да, вот вы говорите, что он меня не отпускает, это отговорка, потому что если вы, к примеру, сами, допустим, ну, хотите уйти, да, то вы просто берете и, соответственно, уходите, и все, и вас как бы никто не может удержать. Вот, в принципе, вас никто, в принципе, не может удержать, понимаете, какая штука. Вот. То есть вот то, что вы говорите, что он вас не отпускает, это неправда. Вы не хотите уходить от него. Вы держитесь за него почему-то. Как бы, и вот этот момент нужно обязательно проработать. То есть отграничить одно от другого, да? Чтобы не было такого, что вы вот говорили, что он там меня не отпускает и так далее. Вот. Вот, в принципе, так. То есть это только разбираться, это только исследовать, если вы хотите сохранить отношения. Если вам нужно что-то другое, например, ну, например, там, независимости больше получить, допустим, или себе разобраться, то это совсем другая история. А по факту, ну, у вас два варианта. Либо ваш муж разлюбил вас, да, и, соответственно, общается с другой по этой причине. То есть именно общается, да, то есть звонит, то есть такое вот плотное прям общение происходит. Либо история такая, что человек испытывает нехватку чего-то, как вот сказал опять же мой коллега, да, вот человек испытывает нехватку, и вам нужно подумать о том, как компенсировать ему или предоставить ему, если вы его любите, вот, то, что он хочет, по сути, вот. То есть это такая история. И, на мой взгляд, ну, полностью она сейчас зависит от вас.
Значит, как правило, порядок действий, он следующий. Сначала человек разбирается в себе, разбирается в своих чувствах, отделяет свои чувства от, значит, ну, чувств по отношению к партнеру, да, то есть определяет то, что хочет для себя, и то, что хочет для партнера. Вот. И дальше уже двигается именно вот в соответствии с этими ориентирами. Потому что, ну, понятно, да, что без ориентиров не получится. То есть, ну, так или иначе, нужны какие-то точки, нужны какие-то рамки, куда человек будет двигаться. Вот. Так что вот, в принципе, я думаю, примерно так можно вам ответить. Выходите из состояния жертвы, когда вы ни на что не отвечаете, и переходите к активным действиям, к активной позиции. Позиции донесения домой чего-то, позиция обеспечения себе чего-то, вот, то есть, ну, как бы не нужно ждать того, что все само собой образуется. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, и если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго. И удачи вам.